перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Уже нельзя делать никакой веганский клип, потому что любой веганский клип будет уже на этих сланах. Это... Как ты? Так, эти сланы знают 8-9 человек максимум. Ну и что? Мы же с тобой знаем эти сланы. Ну, с другой стороны, значит, никакого наркоманского никогда нельзя выпускать. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня Всемирный день кукумарии. Ну вот, отмечаем этот день. Какая киса, а? Отмечаем Всемирный день кукумарии, как обычно. Балдежной нулевочкой. У меня тоже в голове слово «балдёжный» несколько раз всплывало. Есть медикамент такой, что балдёжный. Это очень странно. Речевое поле владеет нами. Кису покажи, пожалуйста. Вам какую кису показать? Тебя показать? Где кот? Я не знаю, где-то же шляется. Маечка на мне, вот такая замечательная. Солнце мертвое. Такие дела, друзья. Альбом года. Нулевочка года. Ну нет, не будем торопиться с выводами, я не могу, это нулевочка года, это нулевочка года. Это пока это просто балдежная нулевочка. В ближайшее время проведем обязательно ротацию, конкурс. Нулевочка охуенная. Проведем конкурс и как-нибудь, да, определим победителя. Игорь, привет. Игорь? Да. Скажи ему то, что мы купили вторую часть комиксов Рика и Морти. А, Игорь, мы купили вторую часть комиксов Рика и Морти. Если захочешь почитать, то когда-нибудь возьмешь, Саш. Пока их я читаю. Блядь, что это за звук? За звук сейчас я вам покажу. Нет, рано. Надо открутить пилку, у меня стучилось. Сейчас пока Саша пилку откручивает. Вы можете задавать свои оригинальные вопросы, на оригинальные вопросы я отвечу. А так как у вас оригинальных, скорее всего, не будет, я, скорее всего, не отвечу ни на один вопрос. Шутка, на какие-нибудь отвечу, ладно. Все равно у меня пока занятия нету, кроме как пить балдежную нулевочку. Лёшка, охуенно, друзья. Когда ты так говоришь, может сложиться впечатление, как у тебя в другое время есть какие-то дела, кроме как пинбол. У меня куча дел. Блин, сегодня я мастерил скворечник для воробья, который потерял в Сирии родителей. И у нас во дворе он тебе себе смастерил такой шалаш неудачный. Да, можно сказать. Потому что вот малейшее какое-нибудь нападение кошек, и этот шалаш, просто от него бы ничего не осталось. Я, конечно, эту ситуацию заметил. Говорю, дружище, этот шалаш никуда не годится. Смотри, пока ты под фонд реновации не попал, я давай тебе скворечник смастерю. Он взял пачку сока Добрый. Выпил ее. Хорошо провел время. Дорезать это, потому что мне не хватает силы крутить. А что за мем? Ты знаешь, кто хейтит Джек уже? Нет. Ребята, кто хейтит Джек уже? Пожалуйста, не надо так делать. Девочка охуенная.
Че, покажи, чем ты занимаешься. Привет, друзья. Стоматологические услуги. Мои новые блинги изготовляются прямо сейчас. Вот такие дела. Будут у меня новые таски. А таски для рэпера, как вы знаете, это все как для женщин оральный секс. Интересно, что именно в этот момент кто-то написал сообщение, когда-нибудь ты кого-нибудь выйдешь на батон. Мой лучший трек, по моему мнению, это песня «Предвестник» группы «Ежемесячная». Лёвочка, охуенно. Всем крайне рекомендую. Ну что, друзья, когда ты в «Успех 2» будешь? Когда будет «Успех 2», тогда и буду, наверное. Анти-хайп. Анти-хайп. Ладно, друзья, я вас положу. Все, друзья. Сильная самостоятельная женщина справилась сама. Батон все еще у меня под рукой. Не стоило мне его поднимать, да? Да. Не стоило мне поднимать русский батон. Реп. Слава, батли, когда собираешься? Ну, не знаю, скоро вызову одного пидораса, думаю. Вы узнаете первыми, если вы подписаны на паблик крольчатки и их носики. Там я выкладываю избранных крольчаток, а также их носики. Вот, вот это выражение лица. Какое? Которое люди думают, что это влюбленный взгляд, но на самом деле ты просто ожидаешь реакции на свой очередной охуительный панчлайн. Прими меня в эфир. Друг, я принял тебя в эфир, но я не знаю, как это делать. Ты когда-нибудь думал сделать себе пирсинг? Да, я вот сейчас как раз собираюсь ехать на студию, делать себе пирсинг впервые в жизни. Буду прокалывать века. Ставлю себе такую маленькую, ну, как покрышку вот сюда. А сюда такой крошечный канализационный люк. Это идея. Предложили ребята из Невинномысска, приехали мои друзья, они нефтедобычей занимаются, ну и также они вот придумывают всякие идейки для пирсинга. Лёвочка охуительная просто, друзья. Слава, чего без наколок? Не знаю, я не сидевший как бы, поэтому... Без наколок. А сейчас ты чем занят? Всегда можно сказать, что я надышалась латунью. Ну, Лёвочка охуенная, друзья. Дышите латунью, дышите шарами. А кто шарами дышал? Гуф. А, Гуф. Я не пью, не употребляю никакую хуйню, только дышу шарами, как известно. Какие еще любимые треки от Ежи? Ну вот сегодня я вот ехал в машине, с удовольствием послушал EP «Короли абстракта 3». К сожалению, люди пока еще до сих пор не переварили этот релиз, не осмыслили. Ну вообще, если вы послушаете триптих «Короли абстракта», то, я думаю, в вашей жизни все
поменяется к лучшему. Начнете делать упражнения Кегеля. Кегеля, да, упражнения? Точно не брали, это единственное, что я помню. Да, и у вас нормально будет хуина стоять, друзья. Новый релиз, когда? Новый релиз в этом месяце. Мне говорят, Слава, стареешь, не выкупаешь панчи. Саша, респект. Друзья, ну у нас есть новый любимый панчлайн. Вот мы посмотрели, тут свежий верс. И букаки сперма, который выделяется из толпы, теперь, конечно же, вне всяких конкурсов. Если где-нибудь вам будет замечено букаки сперма, то, пожалуйста, сообщите по телефону +7 855 693 442 52 94 95 71 82 90. Вот так, друзья. Слава, го конкурс какой-то страсти. А какой конкурс вы хотите, друзья? Хотите, я не знаю. Я даже не знаю, что я могу разыграть. Могу разыграть, вот у меня вторую баночку нулевочки могу разыграть. Нулевочка балдежная. Ее получит тот, кто больше раз может отжаться. Поэтому снимайте видео, как вы отжимаетесь. И тот, кто отжался больше раз, получит от меня балтику нулевочку отличную. Балдежную, великолепную. А нулевочка охуенная. Понравилось работать с Шоком. Да, мы с ним нормально, вот, смену отпахали. Круглосуточно, 24 часа в магазинчике. Я на кассе, Дима охранником. Не знаю, друзья. Почему в Украине нет концертов? Не знаю, вот это такой забавный факт, что в Украине за всю историю, да, существования государства, если так можно сказать, не было ни одного концерта вообще. Не знаю, почему эти люди до сих пор не додумались изобрести концерт. Ну, там я слышал. И, в принципе, там, телегу до сих пор не изобрели, поэтому тяжело людям живется. Да. Будет ли новый фит? Пожалуйста. Че я должен открутить? Так, как мне сделать так, чтобы... А что открутить-то? Нужно открутить вот эту верхнюю штуку. Мне нужно поменять напильник. Да. Ой-ой-ой. Тут же может появиться мое лицо. Это зафиксировать. Да, вопросы у тебя тут, конечно, такие. Ты меня снимаешь? Не снимаешь меня? Я кручу какую-то штуку. Я не вырубаюсь. Пока это А что крутится? Вот эта вот штучка? Самая верхняя, да. Как-то у меня получалось ее откручивать, но не сегодня. Чем бы взять ее? У тебя вторых нет плоскогубцев? Привет. Вторых плоскогубцев нет у тебя? Нет. А как ее зафиксировать? Чтобы крутить. Наши пальцы крутятся. Безупречный и великолепный балдеж. Да, вот, я могу пока продемонстрировать вам, как выглядят необработанные изделия. Это слепок со Славиного зуба. Пришлось его специально для этого удалить. Но оно того стоило. Да ладно. Ладно, забей, я лучше сама. Тут ты мне правда разлом... О, господи, Слава, что ты сделал? What the fuck? Просто what the fuck? Что ты сделал вообще?
Я попросил ее открутить, а не смять. Так я крутил ее, в этом проблема. Вот как это возможно, объясните мне, пожалуйста. Попросила человека открутить, он просто смял. Просто смял, и все. Где кот? Друзья, у нас есть кот. Вот, Слава, ну что ты сделал? Ювелир из тебя никакой. Ну я же не Саша. Ну, а теперь все говорят, что у меня руки знают. Спасибо, Сань. Тебе спасибо. Ты мне оборудование ломаешь. Спасибо, Сань. Ну, ты живи с этим фактом, как хочешь. Ну, отцепишь, что я криворукий. Слава, ну ты ее отломал. Нет, ты просто слишком сильный для ювелирного оборудования. Ты его аж... Ладно, давай становимся на версии, где я слишком сильный, а не криворукий. Ты меня реально просто сдавил. Не надо было так сильно меня нажимать. Ушел сдавленной пружиной педаль. Где взять такой футболку, Сара? Где взять такую футболку? Надеяться и ждать. Бля, ну Левочка хрена, бля. Копить деньги. Это будет самый дорогой мерч. Да, это элитный мерч такой только у меня и у Алины Кабаевой на данный момент. Ну что я вам могу сказать? Никаких подвижек в нашем деле нет. Пока все так же глухо. Мы пытались вот выйти на связь с Исланом Муджиевым, с Денисом Кряковым. Они говорят, что закончились на складе все топорики 8-миллиметровые. Поэтому гномьи кольца будут где-то в июле месяце. Саш, когда можно будет купить CD «Солнце мертв»? Слушай. Я уже все сделала. Я тут причем печатать. А кто? От ВТСД теперь? То есть? Да. Друзья, зависит от ВТСД, так что... Заходите к нему на Twitch, на трансляцию, спрашивайте, когда будет сидеть «Солнце мертвых», он вам ответит. А что вам, друзья, больше хочется на кассетах «Солнце мертвых» или на CD? Сейчас начну про винил писать. Ах, ну Левочка охуенная. С тебя новая насадка, мини-набор. Хоть 10. 10 я тоже не откажусь. Кассеты на CD. Ну, что, неужели так много людей, которые есть кассетники? Нет, просто... Просто их держать? Ну да, просто прикольно иметь кассеты. CD же люди тоже покупают не для того, чтобы слушать. Нет, таких музыку. Давай сделаем 5 штук на виниле и продадим их за очень дорого. Наделаем себе новых бингов. Почему пьешь безалкогольное? Ну, дело в том, что у меня отказала левая легкая, поэтому я могу пить только безалкогольную наливочку. Я думаю, дело в том, что алкогольные наливочки еще не изобрели. У тебя брак блестит. Друзья, надеюсь, в нашем телечате есть нормальные хайп-бисты. Присылайте, пожалуйста, какие-нибудь ссылки на паблики, где можно нормально хайпануть. Потому что вот мне хочется уже наконец-то хайпануть. Это как-то
нету паблика, вот где можно рассказать. Тут был паблик «Подпольное вещание» в свое время, но сейчас этот паблик уже ни на что не годится. На нем уже хайпануть как-то не выходит. Как еще? Ну, больше комментариями не обмениваешься. Да, отлично. Скоро антихайп объявляет конкурс, у нас будет, ну, мы вот посмотрели, да, вот эти все шоу популярные, «Успех», «Голос улиц», да, это вот «Фадеевым и Тимати», как называется шоу-то? «Голос». Это «Голос». Да. Чего? Просто «Голос». Нет, «Фадеевым и Тимати». Я вообще не слышал. Не слышал, да, ну, вот есть шоу. Вот будет такое же шоу от антихайпа. Вот. Нужно будет выдать свой какой-то антихайповый материал. И победитель этого шоу будет принят в антихайп. Сможет вместе с букером, с Вити, с Дейтханом Замаем. Да, сдохнуть ебучим ноунеймом. И в одной упряжке прокатиться с бубенцами по Золотому кольцу России. Спуститься по Волге, по Дунаю. У нас уже есть свой пароходик. Пятиместный такой. Будет очень кайфово. Да, друзья, Саша делает блинги новенькие для меня. Прям сейчас. Если вы захотите заиметь такие же блинги, как у меня, да, быть похожим на легенду отечественного русского рэпа, то вы можете к Александре обратиться. И она вам промеж рогов зарядит обязательно. Что ты говоришь, такие люди, как все, все равно не будут делать. Вот чистое золото. Кто купит меня золотой здесь? Привет, Хабаровска, антихайп. Где Киркоров? Филипп. Филипп сейчас в Москве. Вот мы вчера виделись с Филиппом. Нормально. Прикинулся по моде, как бы причесочку сделал. Такую чем-то напоминающую лизера. Я не знаю, мне он флеши напомнил. Я не читал лайфхак, как отличить лизер от флеша. Это как выйти замуж за лизера. С Бузовой общаешься? Да, конечно, с Олечкой мы вот на днях в шашлычке были. Там нормальные такие. Шашлычков из нута поели. Столечки. Ну, Саша ревнует немного. Считает, что если Оля Бузова популярнее, значит, она меня почему-то интересует. Нет, мне вот не важны ее просмотры, у нас просто дружба, просто человеческие отношения. Дай кошке антиске привет. Кошке антиске привет. Антихайп. Зачитай гранд-текст против сячи. Бля, ну я бы зачитал на самом деле, если бы я его знал. Как там начинается? Как начинается? Лёшка хотел батали мясо, Лёшка хотел на текстом классе. Лёшка хотел батали мясо, Лёшка хотел на текстом классе твой... Крик мой пол, что-то там, флексиглаз. Кучерих мой флоу, ну ты флексиглаз, и ты флексишь, Вася. Ну, в общем, да. Блин, я его помню наизусть, не знаю. Серьезно? В чем твоя проблема. В чем моя проблема, не задаешь вопрос. Справедливо. А можно привет коту Дарвину? Да, коту Дарвину огромный привет.
странные имена у котов, тебе так не кажется? Ну, Анфиска нормальное имя. У нас была кошка Анфиска в деревне. В деревне все кошки были. СТС хуйня. Ты что сказал? Ты что базаришь-то? СТС хуйня. Что ты смотришь, блядь? Это... НТВ, да? Сука. НТС лучший канал, блядь. Если бы СТС не было, то у Джубили бы секса не было вообще. Так что ты, бля, не базарь, братан. Передай привет кошке Шуше. Кошка Шуша, большой привет кошке Шуше. И также Шушары. Не хочешь вызвать на батл Мерзкого Ди? Нет, не хочу вызвать на батл Мерзкого Ди. С Мерзким Ди у нас нормальные отношения. Я даже крестил его ребенка в 2007 году. Так что было бы, наверное, как-то неловко, если бы крестный его бы с его батей забатлился. Не думаю, что... Православная традиция одобряет такие батлы. Тупой лох, скатился, мразь. На Окси пиздел, что Ургант пошел, тварь конченая. А там Киркоров. Спасибо за ваше мнение. Будет ли еще совместная работа со Всяческим? Он охуенный. Да, мы тоже на Кристинах будем у Мерзкого Дина. Второго ребенка обязательно вместе окунем этого мелкого пидораса. Передай привет коту Маркизу. Кот Маркиз, огромный тебе респект. Уважаю тебя, ты отличный кот. Что это за рубрика? Маркизу, 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 Маркизу. Что, друзья? Сейчас я буду... А что, типа Киркоров в антихайпе? Да, я Филипп Киркоров в антихайпе. Вместо Букер Ди Фреда. За сексистские высказывания Букер Ди Фред был отчислен. У Филиппа с этим все нормально, поэтому... Извини, Букер, но ты теперь максимум, да, можешь издаваться на этот лейбле Культ издат. Не знаю, может быть, лайк тебе поставит Томас Мрак. А я тебе обещать ничего не могу. Будете вместе с Томасом Мразом и Рэм Дигой выпускать альбомы про шкур. Я думаю, 12 альбомов про шкур. За 4 года это то, к чему вам надо стремиться. А ты знаешь этот рофл, нет? Нет. Да мы с Мишей как-то идем, и Миша мне говорит, я рассекретил, типа, тактику Рэм Дигги, что он выпускает один альбом про то, как любит женщин, а второй альбом про то, что они, типа, шлюхи и шкуры. И я говорю, а у него как раз новый трек вышел, знаешь, как он называется? Миша говорит, как? А он называется «Шкура». Ну, так вот, так люди работают. Конченая у вас среда, конечно. Отдай молоток. Покажи девушку, бля. Ты через бля-то не разговаривай, ты с кем через бля разговариваешь, пес ебаный? Съебался в свое, блядь. Тьму таракань, в Малахово езжай, братан. Так, все, мы отпилили лишнее все, слава. Yeah. Сейчас мы будем равнять молотком. О, это я должен заснять. Я пропилила всю бумагу. Все, сейчас пойдет гномия, работа настоящая. Нам нужен, кстати, гномоносец, если у вас есть знакомый. Да, друзья, гномоносец. Нам нужен гноминосец. Если у вас, да, есть ребята, которые имеют опыт, да, переноски гномов, да, не роняют их там, не пьющие, желательно гноминосцы, потому что там не надо, чтобы там запнулся об бороду этот пьяный уебан. Поэтому, если у вас есть гноминосцы какие-то, то скидывайте в директ свои эти резюмешки и вот это все, ну, все и дела. Сейчас мы будем доводить флех до блеска, так сказать. Он пока такой довольно обезображенный жизнью. Но мы добавим воска, безусловно. Все засыпалось золотом.
Очень много золотой крошки, кстати, если кто-то хочет золотую крошку, вот у меня, пожалуйста. Золотую крошку. Да. Сколько панчлайнов в моей голове сейчас родилось. Не озвучу, конечно. Спасибо. Экономим панчлайн, друзья. Я вот не из тех, кто может вот так вот, знаете, разбрасываться, тратить панчлайн. Если у меня панчик в голову пришел, я его сразу вот тут вот записал. Вот тут вот. Ну так вот. Ой. Не трясешься? Я профессионал, я имею право. Котика я уже, друзья, показывал. Я не пойду еще раз показывать котика. Так, по времени что? Так, времени я не знаю. Сейчас. Посмотрим. Друзья, сколько времени? Напишите в чат, пожалуйста. Напишите в чат, пожалуйста, сколько времени. Чтобы мне не пришлось останавливать эфир. Слав, ты сам хоть посмотри. Что? Будет сейчас шикарно. А что сейчас будет? Сейчас будет блеск. Ты готов? Готов. Время 19:42. Вот, друзья, смотрите, как золото обретает свой первозданный цвет. Дела творятся. Привет, Салтуфьева. Валтуфьева тоже привет. Привет, Игорёша Валтуфьева. Реально золото. Да, вот парочку новых золотых блингов я решил себе примотить. Да, как-то истосковалась русская душа по нормальным бирюлькам, понимаете? Ну, Лёвочка, охуенно, друзья. Как и прежде. Что, Ваня в чате появился, что ли? Я пропустил сообщение, к сожалению. Если Иван в чате, то Иван, дай знать о себе как-нибудь. Так, друзья, если кто-то хочет чокнуться, вот я готов сейчас чокнуться с вами. Считаю до 5 и чокаемся. Давайте, друзья. Нулевочка. Ну, чокаюсь только если при условии, что у вас в руках тоже нулевочка. Обалденная, обалдежная, великолепная. Итак, раз, два, три, четыре, пять. Ваше здоровье. А, нулевочка, охуенно, друзья мои. Серьезно, каждый глоток, да? Ну охуенно, я хочу. С нулевочкой стрёмно чокаться. Это с тобой стрёмно чокаться, чепушила ебаная. А нулевочка охуенная. Эх.
Ты же другую пил. Ну да, друзья мои, ну, приходится купить нулевочку, которая есть в магазине у дома, как бы. В ближайшее время, я думаю, мы поправим ситуацию и какую-нибудь найдем топовую нулевочку. Обязательно сделаем обзорчик. И будем ее пить целыми днями. Нулевочка охуенная, как обычно. Так, концерты будут, да, друг? Следи, концерты 5-6 мая в Санкт-Петербурге и в Москве. Все такое. Покупай билеты себе, родителям, родственникам. Немного передохнуть. Обычно на нулевочку, как любой нормальный человек, уважающий себя. Смотри. Уже обретает блеск человеческий флех. Чего-то я так булькнула, я не знаю. Содержательно, у тебя такие эфиры, у тебя такие вопросы тебе интересные задают прям. Стоит оно того, да. Как будто кому-то другие вопросы задают. Ничего. Тебе миру нечего рассказать. Очень странное сообщение. У твоей тёлки желудок гибридный. Что это значит? Есть у меня пара подозрений. Что, друзья, ничего интересного вы сказать не можете? Я тоже ничего интересного сказать не могу. Поэтому, думаю, будем заканчивать наше общение. Приходите на концерты, приносите с собой какие-нибудь, я не знаю, баулы, сумки. Как эти сумки называются? Клетчатые такие большие. Страдай. Блядь, как же они называются? Челноки с такими гоняли, как они называются? Ты подглядываешь подсказки? Подсказки. Друзья, как называются сумки клетчатые, с которыми челноки гоняют? Ну все. Это все, Слава. Нет, не авоська. Какая авоська? Они даже не знают, как называются эти сумки. Я только 14 лет не знала. Баул. Какой баул? Клеенки. Нет. Челночные сумки, Слав. Ну, нет, они же не так называются. Есть какое-то другое название. Разве нет? Баул. Нет, не баул. Базарная. Нет, друзья. Ну что, что же? Бурдюк. Какой бурдюк? Бурдюк — это девичья фамилия, да, Ольги Бузовой. Так.
Прикинь, даже никто не вспомнил, как это называется, эта челночная сумка. А может, она так и называется, нет? Есть название, да, какое-то у нее? Блин. Черкизовская, Луи Виттон. Какой Луи Виттон? Когда говорят Луи Виттон, я всегда думаю про Виктор СД. Вьетнамка, Волынка. Волынка? Угу. Серьезно? Вот так или иначе пересекается с клеткой. Можно Волынка называть. Так, давай кого-нибудь в эфир пустим, фаната какого. Давай, а можно я выберу? Да, выбирай. Пацаны, ой, так, чтобы будет видно мое лицо. Да. Сделай так, чтобы было не видно. Как я так сделаю? Легко. Сделай так, чтобы было видно твое. Так, смотрите. Я там открывал список. Так, друзья, сейчас я буду выбирать, кто из вас будет в прямом эфире. Ой. А что такое? Я себе пишу. Итак. Тут есть Ксовушка. Глеб Петелин. Вот. Алексей. Алексей неплохо звучит. Андрей есть. О, Гордон, Гордон, идеально. Гордон, алло. Что, где Гордон? Ну что, что-то Гордон не подключается. Гордон, как всегда. Да, еще какой-нибудь выберем. Давайте я буду называть, а ты выбираешь. Солушка, Алексей, Андрей Мирханов. Солушку хочешь? Да, она была на втором месте. Солушка не может присоединиться. Ну что такое, друзья? Зачем кидать запрос, если ты не можешь? Кто еще у нас есть? Смотри, есть Маргат, Ольга Дипцева, Иосиф и Дева Мария. Нормально, можно Иосиф. Давайте, Иосиф и Дева Мария. Надеюсь, там будет два человека. Не отвечают Иосиф и Дима Мария. Ожидание. Подключение, да, вроде пошло. О, Господи Иисусе. Здравствуйте. Здравствуйте. Как дела? Сейчас я наушнички надену. Неплохо. Неплохо. Так, я что-то выиграла. Здравствуйте, как дела? Что, как с деньгами у тебя? С деньгами нормально вопрос обстоит. Что? С деньгами нормально вопрос обстоит. Я их вложила в капитал прожиточного минимума. Надо было в капитал банк Поле Чудес складывать. Там нормально бы на сушке поднял. Вот, вот и поговорили. Чем плохо? Да, альбом «Солнце мертвых» вообще альбом десятилетия. Вот. А Ричард Третий? Ричард Третий, я не слушала альбом, господи. Я не слушал еще. Новый альбом Ханс Замая, великого гения. Я была на концерте Замая в феврале. Первый раз. Очень круто. Что с тобой не так? Я не понимаю. Выглядит нормальный человек. Не, на самом деле я была очень удивлена, потому что думала, что вы вообще все делаете как дадаисты, а потом я не слушала Замая, он поет песню про дадаистов, и я думаю, господи, нифига себе. Прям. Он знал, что он делает. Да. Это не совпадение. И он делает специально. Это людей удивляет. Типа, кажется, что это абсолютно какие-то рандомные поступки, вы их абсолютно не контролируете. Блин, кажется, они осознают, что делают. Как с этой информацией дальше существовать? Что тебе больше всего нравится, Замая? Штаны смешные. Да, я не могу сказать штаны.
Мы выбрали правильного собеседника. У меня нет нулевочки, правда. Ну, это про счёт. Это печально. А ты из какого города? Я с Москвы. А с Москвы? В Москве много людей. А с какой станции? С Преображенской площади. Это далеко? Это около Преображенской площади. Да, я поделюсь с тобой, наверное, это далеко что-то. Чё, как Москва? Как тебе Москва, сам? Как преисподний коридор. Не очень интересно, мы люди ее слышали. Ладно, рад был тебя видеть. Пока. Пока. Вот, друзья, вот так вот пообщались с прекрасной подписчицей. Веселее нам не стало. Я бы хотела обсудить тему, почему Гала думает, что называть себя Гал — это хорошая идея. О, господи. Мне интересно знать мнение людей. Спроси, да, ребята, есть ли хоть один человек, который когда-либо называл Галата Гэлом? Кроме ресторатора. Что вообще, кому может прийти в голову назвать Галата Гэлом? Да не кажется, что Галат просто вместо гонорара попросил ресторатора его Гэлом называть. А ресторатор тоже его Гэлом называл? Да, да. Он же сказал, типа, ну, Гэл нам написал, поэтому мы позвали тебя. Бля, как он... Он серьезно, наверное, подходит и всем говорит, называйте меня Гэл. Это обычный человек, у которого изначально был ник, типа, он там был гном. Слово гном, да. Потом он решил закинуть Галат, и такой, ну, типа, ну, по сравнению с словом гном, и Галат вполне себе ничего. А потом такой, да нет, типа, Гэл, лучше Гэл. Бля, самое смешное, что слово Галат, еще будучи гномом, типа, обсуждал в Твиттере, знаешь, там, чужие ебальники, там, каких-нибудь мужиков, там, написал, вот у него, типа, ебальник, там, колхозного ебана. Было очень смешно. Эх, ну, девочка, охуенная друзья. Смотри, как хлеб обретает первозданный вид. Да, покажем просто хлеб на прощание людям. Так золото Донбасса превращается в блин для славы. СС. Ладно, друзья, давайте. Бывайте. Пейте нулевочку. Стригите челочку. Ебите телочку. Курите полочку. Okay.